Вот она. Этого агрессивного хищника я уже ловил в Южной Африке. Ну вот. Тигровая рыба. Почему их так называют? По одной версии, из-за зубов. У них крупные, острые зубы. Возможно, это самая зубастая рыба Африки, но она не имеет отношения к расследуемым историям. Эту рыбу ни с чем не спутать. Они могут вырастать максимум вдвое больше этой, и уж точно не до человеческих размеров. И эта морда не похожа на красивую обитательницу глубин. Уплыла.